Если маленьких детей находят в капусте, то в Быковском районе в овощной ботве нашли мигрантов. Накануне здесь прошел масштабный рейд сотрудников областного МВД совместно с местной полицией. Они осмотрели несколько сельхозугодий, где, по их информации, незаконно трудились выходцы из ближнего зарубежья. Встаем, встаем! Он думает, что его не едет. До последнего будет лежать? Да. Здравствуйте. В рамках рейда защитники правопорядка проверили поля рядом с поселком Светлый. Здесь трудится более 230 иностранных граждан, которые занимаются сбором урожая. Установлено, что несколько жителей Узбекистана работали здесь без разрешающих документов. По их словам, многие совсем недавно приехали в Россию, однако оформлять патент не стали, тем самым нарушив закон. А вчера пришли, 5 числа. А почему без патента работаете? Только что, только что пришли же. Командир, надо делать надо. Сотрудники отдела миграционного контроля в рамках рейда воспользовались современной техникой. Чтобы проверить поля сверху, они запустили в небо квадрокоптер. По словам местных полицейских, в Быковском районе сейчас большой спрос на рабочих. Подошел сезон уборки урожая, на полях стоят десятки фур из различных регионов. Тем же, кто нанимает на работу нелегалов, грозит довольно существенный штраф в размере от 800 тысяч рублей. В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий сотрудниками подразделений по вопросам миграции регионального главка МВД совместно с сотрудниками районного отдела полиции на сельхозугодиях Быковского района были установлены более 250 иностранных граждан, занятых на уборке урожая. По результатам проверки установлено, что около 35 граждан Узбекистана осуществляли трудовую деятельность без надлежащих оформленных документов, то есть трудовых патентов. Сейчас в отношении них составлены административные протоколы, а на лиц, которые привлекли иностранных граждан к трудовой деятельности, наложены штрафы. Если же при следующей проверке документы также будут не в порядке, таких работников ждет депортация на родину. Ольга Фос, Сабина Саблина, телеканал «Волгоград-1».